Всем привет, народ. 7 марта у нас сегодня. Че, буду потихоньку, наверное, выкладывать видосики со своей стройки. Не хотел. Ну так, чисто для себя, для истории. В общем, купили мы участок в ноябре 23-го года. Уже, можно сказать, первые снега шли. Вообще голое поле, ничего не было. А, в конце ноября даже, да, уже почти. Успели за ноябрь выкупать выгребную яму. Два кольца полтораметровых закопать. Потом мотобур я взял в прокат. Мы насверлили ям, столбы забутовали битым кирпичом. 40 на 40 квадратный столб. Не знаю, хватит, не хватит его. Вот сейчас привезли нам доски. 25-ка на 100 трехметровые. Мы будем забор плетеный делать. Вон там вот в уголке. Еще в том году тоже, в декабре, наверное, попробовали, как получается. В принципе, вот этот угол мы за полчаса, наверное, скидали вдвоем. Ну, позавчера туалет привезли, поставили. Тоже парни нам выкопали два кольца метровых. Закопали туда. Фундамент сделали. Наверное, тоже до Нового года, да, нам сделали? Тоже вот перед Новым годом буквально. Дом будет небольшой, барнхаус, 6 на 6 метров, плюс терраса 2 метра. Он уже доски неделю назад привезли для каркаса. Электричество протянули нам тоже, наверное, уже в январе. Да, наверное, в январе. Ну так, потихоньку начинаем строиться. Трактор сюда пригоняли, чтобы площадку расчистить, чтобы могла техника заезжать сюда.